Привет, Гея. Это я. Здравствуй, Элой. Хочешь продолжить нашу беседу? В общем, думаю, Бета остается. Я дала ей визор. Сказала ей предложить тебе помощь. Она... совсем другая. А какой ты ее представляла? Я не знаю. Более готовой помочь, что ли. И не такой пессимисткой. Она правда переоценила наши успехи. Однако не стоит забывать о том, что именно уверенность в тебе вдохновила ее на побег от зенитов. Пожалуй. Дай ей время. Она еще не пришла в себя. В том комплексе, где мы нашли Бету, были записи о том, что дальний зенит вел исследование эмбриогенеза. Знаю, они продали свои эктогенные камеры новому рассвету. Но зачем их вообще разработали? Сейчас мы можем только предполагать. Возможно, Одиссея должна была стать началом колонии и применить подобные технологии. Но их цели изменились, и камеры стали не нужны. Земля становилась опаснее, и они стали больше бояться за себя. Мне пора. До свидания, Элой. Тише, Рент. Нельзя! Так и хочется что-нибудь пнуть! Или кого-нибудь. Привет. Как вы с Рентом? В порядке, надо только отдохнуть. А ты как? История с Беттой — это чересчур. Даже для тебя. Стараюсь не брать в голову все сразу. Это мудро. Если что понадобится, только скажи. Я рада видеть вас со счастливыми. Мы многому учимся. Я тут пытался найти какие-нибудь идеи для подарка. Отблагодарить ее за помощь в занятиях. Что-нибудь из мира предтеч, чего она еще не видела. И обнаружил, что они дарили друг другу набитых зверей. Как по мне, набивать мертвое животное, чем угодно, это звучит крайне отвратительно. Может, Гея поможет найти что-то другое? Как у остальных дела с Бетой? Пытался объяснить Ренду, что такое клон. Он ничего не понял. Тогда Зо сказала, что это как два дерева из одного семени. Это вроде помогло. Вижу, вы тут обустроились. Зо планирует посадить здесь разные растения. Говорит, дом должен цвести новой жизнью. Я попросил Ренда помочь. Он лучше голову в пасть щелкозуба сунет. Но идея-то неплохая. Здесь должно быть поживее. Пора назад в дикие края. Я пригляжу за Бетой. Помогу ей устроиться. Хорошо. Надевали клинки на ноги. Звучит очень опасно. Но при этом здорово. Куда делся Катал?
Я хочу кое о чем поговорить. Речь о духах Земли. Если у тебя найдется время. Ты хотела поговорить о духах Земли? Думаю, есть способ исцелить их, чтобы они вновь возделывали поля Песни Долины. Гея дала мне набор команд. Назвала его «Код перезагрузки». Если мы передадим его духам Земли, помешательство кончится. Это отлично? Конечно. Но есть затруднение. Духи Земли примут код только от самого Гефеста. Гея нашла обходной путь, но нам понадобится ядра управления с машин, сделанных Гефестом. Тех, что похожи на духов Земли. А, гиблорогов. Как тот, что был в ремонтном зале. Да. Гея отследила двух таких на Западе. Значит, убить машины, забрать ядра управления и с их помощью замаскировать код под приказ для духов Земли? План такой. Но победить двух гиблорогов будет непросто. Мы справимся. Спасибо, Элой. Я покажу, где искать машины. Я сообщу, как буду рядом с гиблорогами. Хорошо. Если добудем ядра управления, то сможем исцелить духов Земли. Зо, быть ядро управления с гиблорогов. Зо, ты тут? Я у гиблорогов. Иду к тебе. Вот они, гиблороги. И не только они. Надо как следует все обдумать. Как ты решишься, кислоты. Раньше были охотничьи угодья Туна. Ясно. Попробуем этим воспользоваться. Ты нашла слабое место!
что надо. Электрическими стрелять нет смысла.
обойтись без слабо. Ты как? Давай я их возьму. Я могу забрать ядра, Элой? Как ты просила, 2 ядра. Спасибо. Гея сказала, как просканировать их и получить нужные данные. Вернусь в лагерь и займусь. В моем детстве еды хватало всем. Духи земли заботились о нас, а мы прославляли их на праздниках. Самые счастливые дни моей жизни. Ты правда считаешь, что мы их вернем? Да, конечно. Спасибо, Элой. Зо, наверное, нужно время, чтобы разобраться с ядрами. А я пока займусь другими делами.
Нельзя отвлекаться на холод. Всевозможные послания. Ага, во все уголки мира, в любой момент. Ничего хорошего. Представляю, что было бы, если бы моя тетка Альга могла все время со мной говорить. У меня бы уши дали. Я хотела поговорить с тобой. Давай. Ядро управления у нас. Теперь ты сможешь перезапустить духов Земли? Пока нет. Гея сказала, что код перезагрузки надо замаскировать данными из ядер. Она загрузила в мой визор какую-то программу для этого, но, похоже, задача сложная. Нужно время. Ну, сообщи, если нужна помощь. Конечно. Я вернусь к делам. До свидания.